Географически мы на севере нашей страны, но это только географический север. Здесь, наоборот, всегда очень и очень красиво, а зимой и весной здесь все цветет и благоухает, очень много зелени. И вот долина, как я уже сказал, на границе между Галилейскими горами и горами и Самарийскими горами. В основном, конечно, вся зелень, которую мы сейчас с вами видим, это все посажено руками людей, а дальше вот мы будем проезжать, горы будут, и кипарисы, и сосны, это тоже все евреи посадили. Единственное, что здесь такое вот эндемичное, которое здесь всегда росло, это дубы. Вот слева от нас маленькие деревья, с такой почти круглой кроной, это дубы. Дуб Таворский он называется. Вот дубовых рощ здесь очень и очень много. Они такие, не как мы привыкли видеть, высокие кряжестые, невысокие деревья, но все как положено. И желуди есть, и листики такие вот определенные формы.